В России появилась мода на каменный век. Из обыкновенных булыжников умельцы делают шкатулки, посуду и ножи. Камнерез-самоучка из Красноярского края – один из немногих в России, кто вытачивает клинки из натуральных камней – яшмы и жадеита по своему собственному дизайну. Декоративные изделия известны на Украине, в Швеции, Израиле и даже в Америке. В каждом клинке Василия Прокоповича прослеживается авторский почерк. Для бывшего металлурга выточить нож из камня – пара пустяков. Главная задумка. Так я его обрабатываю. Вначале это самый клинок. Черновая заготовка – грубая обработка породы. Кстати, станок для обтачки каменных ножей Василий Прокопович собрал сам. Предусмотрел все до мелочей. К примеру, чтобы каменная пыль не мешала творить, в машину подается вода. Эскизов мастер каменных дел не признает. Внутренний рисунок камня сам подсказывает, что получится в итоге. Иногда из булыжника, который мешается под ногами, получается эксклюзивная поделка. Все время проходил мимо одного место. И все время это смотрел это самое на камень. Вот он красивый, потом. И это так в течение 10 лет. Ну, где-то так. Я проходил около этого камня. Ну, его потом самое, все-таки в конце концов я его же выкопал. Ну, не выкопал, а это ключом подцепил. Так смотрю, ну, здесь она не очень, а когда перевернул, а там это лицо человеческое. Мастеру каменных дел приходилось работать и с драгоценными камнями, аметистами и сапфирами. Сегодня сувениры делают из местных камней – жадеита и яшмы. Их добывают недалеко от села Сизаем. С материалом проблем нет. От бывшей геологической партии остались запасы самоцветов. Последняя работа мастера – якутский нож. Причем на рукоять пошел мореный дуб – древесина, которой 3000 лет. Я своего ножа еще не сделал. Потому что что я сделал, это я сделал. Да, это мое, но и не мое тоже. То, что это мне, если я изготовлю нож, и который мне очень это самое понравится, именно мне понравится, то это будет уже мой нож. Работы Василия Прокоповича известны не только в России, но и в Штатах. Авторские каменные произведения не раз участвовали на международных выставках. А некоторые творения из драгоценных металлов украшают коллекции шведских музеев.